Старлинг стояла сейчас в самом сердце отдела энтомологии, в круглой ротонде, вознесенной высоко над чучелом слона. Впереди виднелась открытая дверь ярко освещенного кабинета и слышались голоса. «Время, Пилч!» Мужской голос звенел от возбуждения. «Давай, ходи! Время!» Старлинг остановилась в дверях. Двое мужчин играли в шахматы на лабораторном столе. Обоим около тридцати. Один тонкий и черноволосый. Второй толстый, с курчавой рыжей шевелюрой казалось, они совершенно поглощены игрой. Если эти двое и заметили появление Старлинг, то не подали виду. Если они и видели огромного жука-носорога, ползающего посреди шахматных фигур, то ничем не выдали и этого. Но тут жук переполз край доски. «Время, Роден!» — воскликнул черноволосый. Рыжий сделал ход слоном и тут же повернул жука обратно. Тот начал свой извилистый путь в противоположном направлении. А если жук срежет угол, это будет означать, что время истекло, вмешалась Старлинг. Разумеется, и стекло, сказал толстый громко, не поднимая глаз от доски. Разумеется, истекло. А вы как играете? Вы что, позволяете ему ползти через всю доску?